Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства «Корнев и партнеры». Сегодня мы поговорим о банкротстве физических лиц. Итак, 1 октября 2015 года были внесены изменения в 10 главу Федерального закона о банкротстве несостоятельности, который существует аж до 2001 года. И был включен именно этот блок, что теперь физические лица могут объявлять себя банкротами. Кто это? Граждане и индивидуальный предприниматель. Кто может это инициировать в суде? Сам гражданин, кредиторы, среди которых в том числе может быть и ФНС, кстати говоря. Что для этого нужно? Нужно, чтобы ваша кредитная, я подчеркиваю, кредитная задолженность была свыше полумиллиона. И в случае ее погашения другие кредиторы не могли бы ни на что рассчитывать. То есть от полумиллиона и выше должна быть ваша долговая нагрузка. Зачастую, если у вас задолженности меньше, суд откажет и признает ваше заявление необоснованным. Важно, чтобы эти задолженности, если подают третьи лица, уже были просужены в суде, то есть состояло судебное решение о том, что да, такая судебная задолженность есть, и она доказана в суде. При каких условиях не нужно судебного решения по этой задолженности? Их всего три. Алименты, нотариальные сделки и кредитный договор. Например, вы взяли кредит на очень дорогую машину и в какой-то период времени поняли, что вы не сможете его обслуживать. Вашей зарплаты не хватает, дело, которое вас кормило вдруг из-за кризиса, совсем перестало нести деньги. В этом случае вы имеете все основания подать на личное банкротство. Куда подается такое заявление? Важно, в арбитражный суд по месту вашей регистрации. Сколько рассматривается такое заявление? Не более 3 месяцев. В самом начале, когда вы или ваши кредиторы подают такое заявление, суд принимает решение в течение максимум 2 недель о признании заявления о банкротстве обоснованным и начинает в отношении вас эту процедуру. Вот в этот момент, когда суд принял такое решение, оно обязательно подлежит публикации в «Коммерсанте», а также в Едином федеральном реестре средств сведений о банкротстве. Ссылка ниже. Важно, это делается для того, чтобы все кредиторы успели заявить свои требования к вам как к банкроту. Потому что по истечении данной процедуры те долги, которые у вас есть, будут списаны, за исключением тех, которые не были к вам заявлены. Какие решения может принять суд по этому заявлению? Всего лишь 3. Самое первое и самое, наверное, удобное – это реструктуризация ваших долгов. То есть, когда вы вместе с финансовым управляющим, о котором расскажу чуть ниже, составляете план-график погашения имеющихся задолженностей по кредиторам, кредиторы его утверждают, потом вы это приносите в суд, и суд это утверждает. И вы начинаете по этому плану-графику гасить свои задолженности. Эта процедура под наблюдением суда может занять до 3 лет. Второе – это реализация вашего имущества. Самый невыгодный вариант, на котором всегда настаивают кредиторы. То есть они реализовывают все то с помощью финансового управляющего, реализовывают все то имущество, которое у вас есть, за исключением единственного жилья, если оно не в ипотеке. Об этом тоже поговорим чуть ниже. За исключением единственного жилья, которое у вас есть, если это индивидуальный жилой дом, то и земельного участка под ним, предметов личной гигиены и бытового обихода, за исключением предметов роскоши и предметов, которые необходимы для вашей профессиональной деятельности. Этот список тоже утверждает суд, что туда может войти, а что туда не может войти. Еще раз. Единственное жилье, если оно не в ипотеке. Это самое-самое важное. И третье решение, которое может принять суд на любой стадии, это мировое соглашение, по которому вы все погасили, со всеми кредиторами заключили такое мировое соглашение. Соответственно, если вы заключили мировое соглашение до истечения процедуры,
банкротства и признание вас полным банкротом, вы не являетесь таковым. Сколько времени рассматривает суд данное заявление? 3 месяца. Он должен вынести какое-либо из этих 3 решений. Сколько длится сама процедура? От 9 месяцев до 3 лет по обычной практике. Кто оплачивает работу, например, финансового управляющего, которого назначает суд? Финансового управляющего из саморегулируемых организаций обязательно с лицензией назначает суд. Это все оплачивает заявитель. Но в случае, если заявитель не вы, а кредиторы, то кредитор имеет право и будет взыскивать все расходы на финансового управляющего с вас, из вашего же имущества. Полномочия финансового директора достаточно обширны, начиная с того, что он согласовывает все сделки от 50 тысяч рублей. Без его согласия ничего не может произойти. К тому же финансовый директор может оспаривать сделки, которые вы совершили в течение 3 лет до объявления себя банкротом. Продали имущество, например, или наоборот приобрели, как он считает, по завышенной цене, и признавать через суды такие сделки недействительными, требуя возвращения либо денег, либо имущества. Очередь погашения, которая выстраивается по законодательству, тоже вполне себе понятна. Там всего лишь 3 очереди для банкрота физик. Первое – это вред жизни и здоровью и алименты. Это всегда погашается в первую очередь. Второе – это трудовые пособия и оплата труда, которые были или могли вытекать из ваших взаимоотношений. Все остальное, в том числе кредиты, пени, штрафы, в ином. Вы должны для себя четко уяснить, что финансовый управляющий – это не друг. Скорее всего, это такой прокурор, который назначается судом. Вы не можете представить его кандидатуру, если объявили себя банкротом. Суд выбирает из тех аккредитованных организаций конкретную кандидатуру. Финансовый управляющий – это такой цербер, дракон, который будет смотреть за тем, как вы тратите деньги с этого момента ежедневно и какое имущество у вас есть, чтобы можно было его реализовать, если реструктуризация не поможет. Плюсы и минусы личного банкротства для конкретных граждан. Однозначно в плюсах то, что вы после процедуры банкротства, после того, как суд, возьмем самый крайний случай, не стали реструктурировать, хотя это самая первая процедура, ее всегда суд вводит, пытается реструктуризировать ваши долги, не получилось, реализовали имущество. Так вот, все те долги, которые были заявлены, будут списаны, если они в процессе реализации имущества не были удовлетворены. Это самый большой плюс. Конкретно разберем на примере ипотеки. Почему, когда люди, не рассчитав свои силы, взяли жилье в ипотеку, например, это было вот в докризисные времена, когда брали, например, при низком долларе в валюте. И теперь они понимают, что не могут тянуть это неподъемное бремя с таким безобразным курсом доллара. Им грамотнее будет, если, оговорюсь, другого имущества у них нет, подлежащего реализации, что очень важно. Это надо все-таки каждый раз смотреть индивидуально, что есть у каждого гражданина, у ИПшника, потому что он отвечает всем своим имуществом, что совместно нажито супругами. Все важно, об этом я расскажу чуть позже. Так вот, если у него другого имущества нет, то лучше в случае с ипотекой объявлять себя банкротом. В этом случае финансовый управляющий, скорее всего, продаст ваше жилье гораздо по более высокой ставке, чем банк. Не секрет, что банки продают с огромным дисконтом ваше жилье, лишь бы быстрее избавиться от всего этого безобразия. То есть, возможно, даже останутся какие-то деньги, не факт, но все-таки. И, соответственно, все пени и штрафы, все, что невозможно будет, все будет погасить, все будет обнулено. Да, у вас не будет квартиры, но и в долгах ходить не будете. Это хорошая оздоровительная процедура, если у вас единственное жилье не в ипотеке, если это индивидуальное жилищное строительство с земельным участком, как я уже говорил. Все заявленные, еще раз повторюсь, все заявленные в эту процедуру долги, которые не были покрыты, будут списаны. А теперь поговорим о минусах. Минус – это то, что кредиторы или финансовый управляющий может наложить арест на все то имущество, которое у вас есть, в качестве обеспечительной меры в самом-самом начале. То есть вы ничего не сможете делать с этим имуществом. Ни продавать, ни реализовывать, ни передавать, ни завещать. То же самое
касается совместно нажитого имущества. Финансовый управляющий может подать заявление в банк о выделении вашей доли из совместно нажитого имущества для последующей реализации. Очень ошибочно думать, что если у вас все записано на жену, то до этого кредиторы не дотянутся. Ни в коем случае. Не списываются. Вот прошла у вас процедура банкротства, ничего у вас не нашли, 3 года вас мучили, какие-то копейки вы выжили из себя, вроде вздохнули свободно, все кредиты списались, но не списываются. Вред здоровью и алименты. Я думаю, это достаточно гуманно. Мало того, законодатель понимает, что очень многие наши несознательные граждане попытаются воспользоваться или уже воспользовались этой возможностью, чтобы не платить ничего. Так вот, в Уголовном кодексе есть такая статья, называется «Мошенничество». Если конкурсный управляющий, суд или кредиторы поймут, что вы а. злостно уклонялись от уплаты кредитных платежей, злостно уклонялись, то есть на тот момент, когда вы этого не делали, вы имели полную возможность это сделать, и у вас был на это умысел. И тем самым довели до банкротства себя. Если вы подали финансовому управляющему заведомо неточные данные, например, скрыли часть своего имущества от него, а он там сам это установил. Или если вы брали кредиты с мошенническим умыслом, то есть специально шли на мошенничество, чтобы завладеть денежными средствами, точно зная, что не будете отдавать, так вот это все перечеркивает процедуру банкротства. Конкурсный управляющий, суд или кредиторы, узнав об этом, передают все материалы, пишут заявление в следственные органы, и это уже совсем другая история. И даже если вы были признаны банкротом, но потом это всплыло, банкротство будет аннулировано, и вы будете отвечать по всей строгости Уголовного кодекса. Имейте это в виду. Теперь немножко расскажу о наиболее известных наших соотечественниках, которые воспользовались процедурой личного банкротства. Это всем известный хозяин Черкизона Тельман Исмаилов. Его задолженность перед кредитными организациями как поручителя за все его юрлица аж 18 миллиардов рублей. Он подал на личное банкротство, и сейчас это в стадии реструктуризации. Ну и еще один небезызвестный нам деятель, я бы его так назвал, искусства, это Владимир Кехман. Он должен 9 миллиардов рублей. Он сейчас является директором Новосибирского театра оперетты и балета. Банкротство можно объявить один раз в 5 лет. Ограничений особых нет. Например, Трамп объявлял себя, если мне не изменяет память, 3 раза банкротом, как физик. Есть ограничения, которые накладывает закон. То есть, в течение 5 лет после признания вас банкротом, вы, если вступаете в какие-то кредитные сделки, где-то выступаете поручителем или кредитором, берете кредит на себя, обязаны указывать, что вы были банкротом 5 лет. Самое, наверное, существенное, это то, что в течение 3 лет, как вас признают банкротом, вы не имеете права возглавлять какие-либо юридические лица и каким-либо образом управлять данными юридическими лицами. То есть не быть членом совета директоров, не быть генеральным директором, не быть замом генерального директора. По моему мнению, данный закон приводит в баланс нашу судебную систему, когда для юрлиц есть банкротство, а для физиков нет. Объясню почему. Обычному гражданину, у которого задолженность не такая большая, воспользоваться им не получится. Все-таки от 500 000. Для тех же граждан, которые все-таки задолжали, в основном, по нашей практике, как мы это видим, это не кредиты потребительские. Естественно, это личные поручительства за те или иные кредиты юрлиц. В своей массе. То есть это риски предпринимателей, риски бизнеса. Так вот, для этих категорий граждан, да, это действительно достаточно эффективный инструмент при условии, что у него нет другого имущества. Если на вас очень много имущества, выходить в личное банкротство достаточно глупо, потому что вы, скорее всего, его лишитесь по этим банкротным делам. Если вам было полезно, ставьте лайк, подпишитесь на всякий случай.